приехали в этот уютный клуб Бисерова. Спасибо клубу Бисерова, который нас принял. Спасибо компании РГМ. И, в общем, спасибо, на самом деле, я показал на компании РГМ, хотя, на самом деле, спасибо Евгению Самсонову. Начинаем награждение. Третье место Blair Stone новогодним в классе стандарт. Награждается человек, который, по-моему, второй раз в руках держал климатическую винтовку. Приехал случайно, не хотел приехать, я его заманил сюда безделушкой какой-то. Дмитрий Ширин! Денежный сертификат в коммертике. Сертификат на Писарева на посещение, на одно посещение на 3 часа с апреля. Тёлками! Второе место человек, который стреляет в основном из чужих винтовок. Спасибо. Награда нашла своего... На Саулу. Первое место в классе стандарт с результатом 1,31 МОА. Игорь Молостов! Не ожидал, да? Вот Игорь! Такой фамилии иначе и нельзя. Так, класс открытый, поэтому прошу. Третье место с результатом 1, средним результатом по итогам двух матчей 1,00 МОА. Это третье место, конечно. Николай Болдер. Человек жит винтовок. Сегодня люди получали уже призы. Мы стреляли. Самостреляющие винтовки. Да, Коля, спасибо тебе за участие, спасибо тебе за винтовки, за щедрость. Чуть-чуть получше. Но тоже молодец. Тоже молодец. С результатом 0,96 МОА. Широков Кирилл. Человек. Я не первое место. Результатом 0,845. Человек, который стрелял с винтовки Кирилла Широкова. Иван Павлин. Несмотря на то, что такая 150 метров дистанция, это как-то непуляемая, как мы называем, да, внутри себя, значит, но тем не менее, скажем так, это приз, в этой дисциплине будет только один за первое место, потому как, ну, и народу поменьше, да, и, во-вторых, все-таки, ну, как-то на классы разбивать было странно, тоже 150 метров стрелять, поэтому мы результаты объявим, если найдем, да, кто столько настрелял. Но первое место, кстати, 150 метров, да? Человек стрелял, вдумайтесь, да. Человек стрелял с винтовки, а там тоже вдумайтесь в этот момент. Кстати, вот предыдущие два призера тоже с винтовки, там осадные стреляли. Значит, и набил не один МОА, не один запятая сколько, а 0,9 МОА. Игорь Дроздов! Я считаю, что это просто супер-пупер. Ну да, еще раз всем огромное спасибо. Значит, маленькое объявление. Жень, ты сделаешь? Нет, я не. Маленькое объявление, значит, в весной, конце марта, да, мы хотим провести тоже такой необычный турнир. Стрельба из винтовок, которые вообще никаким голову, никак никем. Из коробки. Из коробки. Приезжают без своих. Да, приезжают без своих. И оптику тоже с тобой не берете. И пули с тобой не берете. То есть винтовки пристрелены независимым там русланом, да? У всех будет время для того, чтобы как бы эти винтовки там более-менее осязать, понять, да, и потом мы с них стреляем.